Центр тестирования ГТО в Ленинском районе открылся около 3 лет назад. Интерес к спорту за эти годы у жителей муниципалитета вырос в разы. От мала до велика люди идут за заветным золотым значком, несмотря на то, что сейчас, в отличие от советских времен, сдавать нормы ГТО сугубо добровольное занятие. Некоторые из этапов проходят на улице, их организаторы стараются провести в хорошую погоду. Другие нормативы можно сдавать и в помещении, как, например, стрельбу из оружия. Это как-то немножко так стимулирует проверить свои силы. Очень интересно. Такие занятия такие разнообразные. Зимой сдавали лыжи, сейчас бег. Наконец-то стрельба. Стрелять пришлось из электронного оружия. Недавно у центра тестирования появился свой электронный тир, что значительно облегчило процесс проведения сдачи этого норматива. Мы проводили раньше в ДСАФ, мы проводили из такой обычной пневматики, но, к сожалению, проблема небольшая есть с тем, что надо обращаться к судьям, а здесь мы уже имеем полное право на этот электронный тир, можем везде, где позволяет помещение, где позволяет свет, мы можем везде проводить это. Он мобильный, мы можем брать его на выезд куда-то, можем здесь проводить всегда, поэтому это нам удобнее. Стрелять участникам норматива предстояло с 10 метров, 3 выстрела, чтобы прицелиться, и 5 зачетных. Для золотого значка ГТО надо было набрать 30 очков. Не у всех это получилось, но организаторы дали ребятам по 2 попытки, чтобы улучшить результат. Мне нравится, это увлекательно, и можно потренировать свое зрение и навыки в стрельбе. В целом от ГТО чего ожидаете? Золото, конечно же, но от серебра и бронзы тоже не откажусь. Тем, кто нацелен на золотой значок, придется немало поработать. Сдать 4 обязательных норматива и 4 на выбор. Получить в каждом из них соответствующее возрасту количество баллов и сделать все это необходимо за определенный промежуток времени. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.